Обучиться цифровой и компьютерной грамотности можно у ленинских многофункциональных центрах. Бесплатные курсы проходят в ленинском и заволжских филиалах «Мои документы». Основная задача занятия – обучить граждан пользоваться различными мобильными приложениями, компьютером, получать услуги в электронном виде. Работа ведется по нацпроекту «Цифровая экономика». Основных три направления. Это первое – мобильные приложения, основы компьютера. Это уже самый большой курс, он идет в течение месяца. И знания госуслуг. Гаджеты все сильнее и сильнее развиваются, и многие люди пожилого возраста приобретают себе более современные телефоны, нежели те, что были ранее. И получать госуслуги с помощью телефона стало очень удобно. Уроки проводятся утром и днем. Длительность обучения составляет от 1 до 8 занятий. Уроки проходят 2 раза в неделю под руководством грамотного наставника. Обучение начинается по мере комплектования групп. Обычно они небольшие, по 10-15 человек. Основные участники курса – люди серебряного возраста. Надежда Зарубина – участница курса цифровой грамотности. Теперь без проблем может пользоваться компьютером, заходить на госуслуги и поддерживать связь по электронной почте с близкими. Кроме того, полученные навыки стали отправной точкой к исполнению мечты Надежды Александровны. То есть в интернете я как свой человек, ну, мне не приходилось, конечно, печататься там, вот, и на госуслуги я никогда не могла зайти, посмотреть информацию, не могла электронной почтой пользоваться, а теперь я все это могу делать. И вообще я пошла для того, чтобы написать, допустим, книгу о своей жизни, создать со страницами, с фотографиями. У меня 3 детей, 4 внуков. За прошлый год цифровой ликбез прошли 350 ульяновцев. Записаться на курс можно по телефону 37 31 31 или на стойке ресепшена в МФЦ. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.